Снимаю себя на белом фоне в автосервисе. Жду, когда мне поменяют масло, чтобы время не терять. Хочу кое-что сказать по части красоты. В нашем бизнесе некоторые люди больше заботятся о том, как они выглядят, а не о том, чтобы больше денег зарабатывать. И это большая ошибка. Все проистекает из цели. Вот я вам скажу, как я мыслю. Я не сразу это понял, дошел до этого благодаря тому, что полз на брюхе долгие годы. И наконец я кое-что понял, и вот хочу поделиться с вами. А понял я вот что. Надо, прежде чем ты чем-то начинаешь заниматься, спросить себя, а что ты хочешь получить? Вот ты пришел в сетевой бизнес, в такую-то компанию, в такую-то систему влился. Что ты хочешь? Какое твое желание? Спросите меня, я вам отвечу. Я вошел в этот бизнес, в сетевую индустрию, для того, чтобы стать богатым, свободным, независимым человеком. Зарабатывать много денег, при этом не сильно утруждать себя, чтобы никакой ответственности не нести за материальные ресурсы, за людей, за пенсионный фонд, за недвижимость, за сотрудников, за все, что обычно присуще традиционному бизнесу. Я хочу больше свободы и больше денег. Вот моя цель. Для этого я строю организацию из самостоятельных людей, которые делают простые вещи, используют сотрудничество с той или иной компанией, в данном случае с той, в которой я сейчас сотрудничаю, FFI, используют продукты сами, потребляют его по партнерской, по оптовой цене, покупая у компании. Второе, продают его в розницу понемногу. И в-третьих, набирают новых людей, которые делают то же самое. И процесс пошел. Вот моя задача — набрать много лидеров, которые самостоятельно работают без моего участия. Для этого у меня есть система. И я все время слежу, если я что-то делаю, а деньги поступают достаточно быстро. Мой доход стабилен, он не остановится, не уменьшится, если я вдруг что-нибудь изменю или перестану работать через какое-то время. Мои деньги честные, товарооборот, сбыт, продажа продукта осуществляется, рост есть, геометрическая прогрессия присутствует, свобода есть, я не являюсь рабом своего бизнеса. Если все это так, то тогда я радуюсь. А если нет, если денег мало, если я усилий прилагаю много, а деньги не нарастают, то тогда я озабочен, я думаю, а где прореха, где проблема? Вот так я рассуждаю. Я вижу, как многие мои партнеры, и не только мои, вообще я встречаю разных людей в этой индустрии, и многие озабочены другими вещами. Как будто они пришли в сетевой бизнес для других целей. Не как будто, а абсолютно точно, я понимаю. Они говорят, я пришел разбогатеть. На самом деле они врут сами себе. Или умышленно, осознанно, или неосознанно. Потому что они занимаются другими делами. Ну, например, что я имею в виду? Например, человек создает сайт. Красивый, классный, супер сайт. На нем много различной информации. Он выкладывает туда эту информацию о том, как работает продукт. Прекрасно. Он специалист в этом деле. Он сидит часами, месяцами, разбирая и детально знает каждый продукт. Он может рассказывать о нем часами. Он отвечает на комментарии, он ведет диалог с возможными покупателями, с потенциальными партнерами. Он в процессе, как обычно это делают в интернете. Он подробно рассказывает о том, как строить бизнес. Он пишет статьи, создает фильмы, видеоролики, книги даже люди пишут о том, как зарабатывать деньги в этой индустрии. Но к деньгам это не приближает. У них нет ни денег, ни карьерного роста. Их никто не знает. Как людей, которые создали для компании товарооборот и за это получают заслуженное вознаграждение. Десятки, а может и сотни тысяч долларов. Их там нет. Они в другом проявляют себя. Если это их цель, прекрасно. Если это не является целью прославиться на ниве создания сайтов, например, то тогда что-то неправильно. Или человек, например, говорит, что
мне говорит: Олег Григорьевич, я никогда с вами не соглашусь, потому что вы неправильно делаете. Мне не надо толпы дистрибьюторов. Мне не надо сотни и тысячи партнеров, как вы набираете всех подряд. Мне не нужны там всякие кривые, неграмотные, косые, маленькие, большие, старые пенсионеры, полудохлые, необразованные, не разбирающиеся ни в чем. Мне такие люди не нужны, мне нужны профессионалы. Поэтому я отбираю тщательно людей, и я их тщательно обучаю, как следует, классически. Они должны понимать суть экономических процессов, они должны понимать, как устроен маркетинг, они должны понимать... Ну тогда давай зададимся вопросом, где деньги, Зин? Если денег нет, значит что-то не то. Я это уже делал. Если твоя цель – деньги, прибыль, бизнес успешный, быстрые, стабильно растущие деньги, получение прибыли, увеличение этого оборота, тогда что-то не то. Но выглядит чертовски красиво. Выглядит чертовски красиво, когда у тебя суперсайт, суперблог, когда у тебя делаются видеоролики, печатаются статьи, ты активен в форумах. На форумах на всяких. Тебя знают как хорошего, грамотно излагающего свои мысли оратора. Ты, супермен. Только денег нет. У каждого своя стезя, своя дорога. Каждый выбирает свой метод. Но я хочу вам сказать, друзья мои. Нужно делать все, чтобы были реализованы ваши цели. Если вы пришли сюда зарабатывать, то надо делать следующее. Нужно делать быстро много самых простых вещей, которые могут повторить все. Подписывать нужно как можно больше, беспрерывно. Подписывать нужно всех, без исключения, бабушек, дедушек, мальчиков, я не знаю, всех. Никого не надо переучивать, перевоспитывать, переделывать. Нужно просто искать тех, кто готов воспринять твою систему, следовать за тобой шаг в шаг и воспринимать то, что ты говоришь. Если ты так будешь делать, ты преуспеешь. Если ты начнешь воспитывать, красоваться, обучать, создавать сайты на фоне других занятий. У некоторых моих партнеров, я знаю одного партнера, он сам недавно признался на мероприятии в Киеве, он сказал, что... Он был в бизнесе, и в то же время не в бизнесе, у него не шло дело, и когда я с ним поразговаривал, и он рассказал, что у него есть сайт, я говорю, покажи, дай ссылочку. Я глянул, а у него там на сайте и об этом, и о том, и об этом, и еще о том, и о литературе, и о каких-то пищевых добавках, и о там еще о чем-то, о фильтрах каких-то, и о каких-то экологических проектах, и о нашем бизнесе. И я ему сказал, ты... Везде, и ты нигде, тебя нет. Если ты хочешь денег, ты должен сконцентрироваться только на одном. Должна быть максимальная концентрация. Или ты выглядишь красиво, или ты с деньгами. Выбирай. Я желаю вам удачи, подумайте.